19 мая, РИА Новости. Украинские силовики два раза в субботу открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, ЛНР, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации, СЦКК, режима прекращения огня. В Донбассе 30 марта вступило в силу новое пасхальное перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах. За день, 19 мая, дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины с направления населенных пунктов, Луганская, Новоташковская, по территории Луганской Народной Республики в районе населенных пунктов, Нижняя Лозаве, Желобок, говорится в сообщении представительства ЛНР в телеграм-канале. В сообщении уточняется, что при обстрелах украинские силовики использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, БМП, БТР. Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. Скачать видео, скопировать ссылку, получить к админские соглашения.